видят мигов резнозуд. Ну, вам легко, легче, чем вживую их определять. У них под вспышкой глаза горят. Все усыпано. Жень, у Велика беда. У кого? У Велика. У него выпрямился один рожек, и он перестал быть харизматичным. Посмотри на него. У него рожек один встал. Ты вот про этого? Да. Это не Велик. Как не Велик? Один глаз, как у Велика. И носик крючком. А где Велик тогда? Я не вижу. Вот когда смотришь под вспышкой, вот на видео, у всех на зуд глаза горят. Легко находить. Мне уже не Велик. Ай-яй-яй. Да, блондинистый, крапчатый. Это он. У него выпрямился один рожек. Будет какой положен. А была личность. Была личность, да и сейчас, собственно, личность. Вот так. Вон она тоже, мама Велика сидит. Красавица. Личность такая. Ну, она выдающаяся личность. Она выдающаяся личность. Да у нас тут везде личности. Везде личности, везде интересные, везде хорошие. Мы не показывали, на самом деле, еще одну личность, которая у нас недавно к нам попала. Пойдемте посмотрим, она вышла. Интересная личность. Вот она, личность, которую вы еще не видели. Вот она уже вышла на ночь. Она уже вылезла. Это тоже личность. Вот так. Это китчевая красавица. Просто смотрите на нее. Практически как палочник вырезанный, как какой-нибудь орхидейный богомол, только лягушка. Ни у одного вида нету подобного. Это причудливая квакша. Крузиохила краспидопус. Она обиделась на то, что ты не светишь и больше не хочет показывать. Конечно, ну достаточно. Собственно, мы показали ее. И достаточно. Темно. Лягушки квакают. Мы не успели установить интересное приложение, которое определяет лягушек по голосам. Австралийцы придумали. Но установим и потестируем. Будет, наверное, интересно. Потому что со всех сторон лягушки кричат. Посмотрим, что оно на это нам скажет. Вдруг определит. Да, любопытно. Создали великие люди. Ну ладно, мы, собственно, приехали просто посмотреть, что здесь происходит, и все. Мы уезжаем домой. Надо же когда-нибудь и дома бывать. Тут часов уже сколько? Уже 12-й, далеко 12-й. Ну вперед. Да, а мы все еще с лягушками. О, кстати, вот собрат. Крузиохила калькарифер. Не краспидопус, как у нас, но из того же рода.